Любовь к путешествиям сделать профессией. Изменить себя вопреки воспитанию. Наводить мосты и разрушать барьеры. Стать героем важной персоны. Кажется, что люди делятся на две категории. Одни, которые прям с детства знают, кем они будут. Вот Путин, он Юлиана Семенова прочитал и решил, что он будет разведчиком. А некоторых как бы судьба выносит. Вот мне интересно, как вот мальчик Игорь, он знал, что станет министром, потом в госсовет, потом будет помощником главы государства или нет? О чем мечтал школьник? Читал много «Дети капитана Гранта», потому что жил у моря, и поэтому мечтал о путешествиях. Да. Поэтому, наверное, все-таки думал, что будет связано с морем. Оказалось, транспортом тоже близко к тому, о чем мечтал. Нет, но все-таки министр транспорта – это вот больше, конечно, чиновник, чем путешественник. Хотя я понимаю, что попутешествовать пришлось. Да, конечно. Две трети времени это было в командировках. Поэтому я считаю, что, конечно же, в Одессе мечталось о чем-то таком. Хотелось поездить много. И оказался в Ленинграде, в военном училище, и не жалею, что прошел этот путь. Это послесрочный, да? Нет, я сразу после школы. У меня была альтернатива, или журналистика, или... Журналистика какая-то военная. Я хотел поступать в Львовское военное училище, это готовили военных журналистов. Или вот училище военное, которое готовило офицеров по перевозкам. Оно называется «Училище железнодорожных войск и военных сообщений». И победил Ленинград. И я теперь не жалею, значит, это был правильный путь. С родителями выбор обсуждался или это было уже решение такое зрелого юноши? Мама не очень хотела, чтобы я был военным. Я понимаю. Для отца это нравилось, потому что в семье отца были военные, и поэтому... Я помню напутствие его родного брата, моего дяди, он полковник был, он говорит, иди, у тебя получится. А про родителей расскажите, чем? Да, родители мои из рабочей семьи. Мама была медицинской сестрой в областной больнице, а отец работал сначала механизатором, а потом работал на автомобильной базе. Какие, как вы считаете, ошибки? Ну, не бывает так, чтобы люди не совершали ошибок. Какие ошибки совершили родители, когда вас с братом воспитывали? Ну, было неправильно? Я так думаю, что мама, наверное, сильно так нас любила, что сделала такими немножко тепличными. А потом училище нас... Тепличному мальчику в училище. Нам пришлось исправляться по жизни. Вот, отец более спартанской жизни учил, а мама так все-таки хотела, чтобы ноги в тепле, чтобы было тепло, и все время, чтобы была мягкая подушка. Но этого не получилось. Я вот отцам дочерей всегда задаю вот этот вопрос. Вы такой ревнивый, такой папашка, в смысле, когда вот ухажеры стали появляться у девочки, вы отслеживали или дали ей полную свободу? Нет, я наоборот считал, что надо быстрее, чтобы я освободился от инструкции, пусть инструктируют другие. Я нормально относился, потому что, это жизнь, ее невозможно по-другому исправить. А командир вы, я имею в виду, вы же и бизнесом руководили, и там сейчас в госсовете, министром столько лет были. Вы жесткий начальник? Нет. Мне кажется, что я видел всех начальников разных, да. И мне кажется, что все-таки должен быть разумный компромисс между начальником и подчиненным, но цель и задача выполнить приказ, она главная.
Вот вы знаете, прям даже не буду перечислять список людей, которые это говорили, потому что это просто общее место. Все говорят, едешь в Минск, по Смоленщине, разруха, угу. Колдобины. Только въехал на территорию Белоруссии, угу. там угу. Европа, дороги. Вот вы, как министр транспорта, в самые такие благополучные, скажем, годы, в смысле цен на нефть, то, что называется, тучные годы. Вот почему не довели эту тему? Ну, вы знаете, просто мы, я считаю, никогда не обращали внимания придорожной инфраструктуре. А в Беларуси это наоборот. У них придорожная инфраструктура и взгляд, сколько видит глаз, он всегда очень комфортный. Я считаю, это одно из достоинств вот как раз Белоруссии, что они смогли сделать хорошо придорожную полосу. Я проехал буквально недавно, мы с министром транспорта проехали в Брест. Опять проехали, посмотрели вот дороги. Проехали просто с инспекционной целью? Нет, мы в Брест ехали. Да, туда патриарх приезжал, мы ездили в Брест. Так, в ночь, чтобы приехать. И хочу сказать, что вот в этом плане у Беларуси есть чему учиться. И мы всегда это делали. А вот вы упомянули патриарха, вы ведь знакомы, да, и достаточно хорошо. И я знаю, что вы опекаете женский монастырь. Прям очень хотелось бы пошутить на эту тему. Ну, просто расскажите, почему вдруг сложилась история с женским монастырем? Вы знаете, это удивительная история. Я когда работал в бизнесе, мы помогали этому монастырю. А потом оказалось, что там когда-то был мой отец. То есть оказалось... Да, я не знал, что он там был, в детстве он там был. Они во время войны туда выезжали. Угу. А и где это? Это под Ярославлем. Угу, Толский женский монастырь. Так. Но я это узнал через 10 лет после того, когда уже помогал. Я его с собой взял. А в чем помогали именно этому? Как вот так вот сложилось? Ну так сложилось. Что-то меня привело туда, в этот монастырь. А потом, когда он мне сказал, говорит, я под Ярославлем, он во время войны был в Москве, их ребят туда вывозили. Я переговорил, он говорит, а возьми меня с собой. Я взял, и вот оказалось, что-то меня туда вело. И мы с братом очень много помогаем этому монастырю. И там и гостиницу построили сейчас, сделали реконструкцию куполов. Mm-hmm. А это очень намоленное место. В прошлом году 700 лет ему было. И патриарх туда часто приезжал. И Алексий II, и вот сейчас патриарх Кирилл, и мы там познакомились, и я помогаю. Mm-hmm. Брат младший, да, у вас? Младший брат, да. А вы крещеные? Да. И вы и брат? И я и брат. Когда вы крестились? Я уже в армии, уже служил офицером. Да? А как это вот был советский офицер? Он должен быть атеистом вообще? Ну, это уже было, когда это... Все уже как бы не скрывали этого, и я с женой попросил ее, мы в монастыре покрестили. А вот общее место, опять же, часто говорят, что вот, ну, про всех наших руководителей, ну, почти про всех говорят. Вот были как бы коммунисты, там, атеисты, а сейчас все прям вот в церковь, потому что тренд такой. Как вы можете прокомментировать? У меня партбилет до сих пор есть, поэтому вы не сожгли, да? Да, я его режиссер, не жжу. Популярный. Да, я не жжу. И я хочу сказать, что я считаю, что это жизнь, это идеология, религия, это те вещи, которые они... были в нашей жизни и есть. Угу. Меняется, я не вижу здесь ничего предрассудительного. Угу. А вот вы считаете, неизбежен был развал Советского Союза, или там, как говорят, империи, или можно было как-то что-то сохранить? Вот, допустим, тот же Минск, Киев и Москва могли бы остаться вместе? Мне кажется, что можно было. Угу. Просто нужно, на мой взгляд, было иметь меньше амбиций тем людям, которые... этот вопрос, скажем так, вели. Про Ельцина говорить. Но надо было просто, мне кажется, договариваться. Но договариваться так, чтобы всем было
удобно, выгодно и работать на свои республики. Угу. Мне кажется, можно было найти компромисс. А давайте вот мы в обратной хронологии, в режиме такого блица, узнаем вашу оценку руководителей страны, ключевых фигур: Горбачев, Хрущев, Сталин, Ленин. Вот начнем с Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, я с ним знаком, мы разговаривали, и хочу сказать, что, на мой взгляд, он просто недооценил стремлений наших, скажем так, зарубежных партнеров в том, как они видели нашу страну. Они ее просто видели не так, как видел он. И мне кажется, вот здесь, на мой взгляд, кроется главная ошибка. Они все-таки видели Россию слабой. Империи зла. Да, они видели, и, во-вторых, они хотели, чтобы Россия была слабым государством. И он, мне кажется, и его команда, которая в это время была, они просто недооценили эту опасность. Хорошо, тогда переходим к его предшественнику, Брежневу, которого я забыл упомянуть, конечно. Когда умер Брежнев, вся страна плакала, я помню, когда все узнали. Но, тем не менее, это человек, который сумел удержать, скажем так, страну после оттепели известной, которая была. Но, тем не менее, что можно ему отдать должное, он уделял внимание вооруженным силам. Потому что он сам фронтовик был. И за это время как раз у нас была, хоть она и большая была армия по численности, но тем не менее... Половина стройбатов была. Да, это уделение внимания вооруженным силам. И я хочу сказать, что это одно из достоинств этого времени. Ну, а то, что застой и так далее, ну, поколение такое было. Мне кажется, мало молодых было в окружении. А, понятно. А Никита Сергеевич Хрущев? Мне кажется, из тех материалов, которые я читаю, он как раз более похож уже со временем Горбачева. Мне кажется, он тоже хотел изменений, но те изменения у него не могли быть на фоне тех его личных качеств, которые у него были. Во-первых, он себя ассоциировал со временем еще тем, Сталина, с другой стороны, он уже видел другую Россию. И вот он внутри себя не смог, мне кажется, преодолеть. Я читал его мемуары, и это постоянное, скажем так, сомнение. Вот он что-то принимал решение, тут же сомневается менять, но он хотел Россию видеть, конечно, свободной по сравнению с тем, что ему досталось. Иосиф Виссарионович Сталин. Я не могу, скажем так, его комментировать, потому что мало, значит, если Хрущев еще был живой по памяти, то Сталина так как не видел, не могу никак сказать, но то, что он сумел из России сделать индустриальное государство, скажем, из крестьянской России, да, какую мы все время читали и видели, что мы, Россия – это крестьяне. Он сумел за короткий период сделать индустриальное государство. И я считаю, что это можно было сделать только в режиме вот жесткой такой дисциплины. Ну и, конечно же, Великая Отечественная война. Скажем так, что его, в этом его заслуга есть, победа в Великой Отечественной войне. Я не говорю о тех других недостатках, которые были присущи тому времени. Мне кажется, что это связано все-таки с желанием его победить в Великой Отечественной войне. Ну и, наконец, основатель советского государства Владимир Ильич Ленин. Очень много читал и конспектировал. У нас все конспекты трудам Ленина. Хочу сказать, что вот из всех, кого я назвал, это самая для меня противоречивая вот фигура. Почему? Потому что, мне кажется, он делал эксперимент со страной. И мне кажется, ему было все равно, где это делать, или в Германии, или в России. Но получилось так, что он делал в России. И, конечно же, все-таки революция, та, которая произошла, она произошла из-за слабости
государство. Угу. Просто повезло, что было слабое государство. Если бы государство было сильнее, конечно бы в России никакой революции бы не было. А сейчас у нас сильное государство? Сейчас у нас государство сильное, но оно сильное не только армией, которая сейчас возрождается. Оно, мне кажется, еще сильное тем, что у нас появилось, ну скажем так, отечество. Мы все понимаем, что у нас не есть... Не все, мне кажется. Ну, по крайней мере, те, с кем я общаюсь, да. Что есть отечество. Вы занимались ГЛОНАСС. Да, да. Это ведь такая вещь очень, очень сопряженная с вопросами. Ну, по сути, это обороны. ГЛОНАСС – это двойное назначение. Да. Точно так же, как и GPS. Я помню, что вы с Лавровым когда-то там лоббировали. Да. Как раз с военными что-то да. у вас бодались. Да, у нас... была дискуссия, все-таки ГЛОНАСС это военные да. или гражданские. Хотя на самом деле система, конечно, создается двойное, она создана как двойное назначение. Но мы хотели, чтобы гражданская сфера получила возможности пользоваться теми возможностями, которые есть сегодня в этой системе. Почему мы начали с транспорта? А сегодня ГЛОНАСС уже вышел за рамки транспорта. Транспорт был как эксперимент использования системы ГЛОНАСС. И сегодня уже мы не можем себе представить, да, позиционирование, навигацию без спутниковых систем. И сегодня есть полная орбитальная у нас там вся необходимая мощь. Это 24 спутника. Плюс запасные, которые дают возможность накрыть всю территорию этим сигналом. И я хочу сказать, что мы сделали продукт, который ну, скоро его все уже как бы пощупают. Это когда в каждой машине будет прибор, который даст возможность, если вы попали в аварию в автомобиле и не можете позвонить по своему состоянию, эта спутниковая навигационная система вызовет ближайшего оператора, который даст возможность приехать. Большой брат будет наблюдать скорой за всеми помощи. Это кто как сможет. А вы, кстати, вот когда говорили, что вы ездили там, в Брест и прочее, вот меня интересует, когда такой человек, как вы, бывший министр да. транспорта, человек, который госсоветом, когда вы последний раз были сами за рулем? Я это делаю по выходным. Так. Иногда. Угу. Но сам, конечно, времени нет. Угу. Самому нет времени. Нравится вообще вам вот водить? Не, я после того, когда увидел все эти катастрофы, я уже напрягаюсь, когда за рулем. А так, конечно, нравится. А нравится по хорошим дорогам. Нравится вам руководить? Что есть хорошего вот, в том, чтобы быть боссом? Это всем очевидно. Что самое негативное в позиции руководителя человека, который командует другими? Самое сложное, на мой взгляд, убедить других в том, что надо сделать вот так. Ну, что у каждого человека есть свое мнение. В армии иногда проще, приказ командира не обсуждают. А в министерстве, где все люди, скажем, с уровнем подготовки твоим, это бывает очень тяжело убедить, что нужно сделать так. Особенно это мне было тяжело, когда я из бизнеса пришел работать в министерство, в котором было при объединении 28 заместителей министра, а нужно было оставить двоих. Ого. Это реформа 2004 года. И я видел, когда я старался убеждать умудренных людей, которых я знал, когда был в бизнесе, они были в министерствах, да, мне было тяжело их убедить, что надо оставить два заместителя министра из 28. И вот это самое сложное, потому что, первое, ты человека не хочешь обидеть. Второе, тебе кажется, что
он сейчас повернется и уйдет, и ты вообще останешься один. И иногда вот это сложное в гражданской жизни. Я понял. В армии с этим все проще. Да. А несколько раз у нас прозвучало название Госсовет. Во второй части вы мне расскажете о том, хорошо, популярное. Хорошо. Я и зритель понял, что это такое и зачем это надо. Итак, что такое Госсовет? Знаете, еще в 19 веке в России был Госсовет, в котором заседали для того, чтобы вырабатывать политику. И оттуда шли доклады императору и руководителям губерний, для того, чтобы дать те, скажем так, решения, которые вырабатывались сообща представителями губернии и так далее. То есть это были не директивы, а рекомендации? Да, это были те рекомендации, которые уже потом принимали решения на высшем уровне. Угу. Потом, естественно, в Советском Союзе все это не пригодилось. А аналога не было в Советском Союзе? Нет. И в 2000 году, уже когда формировался Совет Федерации, Государственная Дума, президентом России было принято решение о возобновлении работы Государственного Совета. А почему это возникло? Потому что когда формировался Совет Федерации и Государственная Дума, губернаторы, которые там не принимали участие, они оставались вроде бы как в стороне от принятия важных решений. От важных решений. И затем было принято такое решение, и в прошлом году мы отмечали 15 лет, о создании Государственного Совета. Это структура, которую возглавляет президент страны, в которую входят все губернаторы, руководители, глава Совета Федерации, Государственной Думы, председатель правительства. Угу. Позднее к этому добавились полномочные представители президента Российской Федерации в регионах. И самое уже, скажем, руководители фракций, которые заседают в парламенте. Поэтому собирается Государственный Совет 4 раза в год в большом формате, это когда все присутствуют, и примерно столько же президиум Государственного Совета, там все губернаторы по очереди входят в президиум Госсовета, это узкий состав, который отрабатывает те вопросы, которые являются оперативными вопросами. Mm-hmm. То есть я так понимаю, что Госсовет — это такая, в общем, путинская история. То есть да, это он ее создал. Он создал ее. Да, и она, так как живой организм, постоянно меняется, что-то добавляется. Mm-hmm. Но для губернаторов это очень хорошая площадка, где они могут все свои проблемы выносить на уровень, где присутствует и депутаты, и руководители Государственной Думы Совета Федерации. А вы с Владимиром Владимировичем познакомились, когда были в бизнесе, еще не были государственным человеком? Да, он посещал одно из предприятий, на котором я докладывал. И? Потом поступило предложение. Предложение было неожиданным или есть ли интуиция? Нет, конечно. Это было очень неожиданно. Когда мы говорим про Госсовет, мы понимаем, что это в известной степени структура, стоящая особняком от большой политики все-таки, или нет? Это, в общем-то, проблемы отраслевые, скажем так. То есть каждая отрасль имеет свои проблемы, которые нельзя решить только на площадке правительства, только на площадке Государственной Думы, а только в месте, где
проходит заседание, в котором участвуют все. Но так, чтобы вы понимали, подготовка к Госсовету занимает от 4 до 6 месяцев. Угу. Мы рассматриваем все проблемы, берем исторический ракурс и потом выносим это все уже на Госсовет. Знаете, проблемы, ну, знаете эту присказку, что в России всегда две проблемы, две беды, это дураки и дороги. Вам, как министру транспорта, наверное, это было знакомо, очень эта присказка. Но на самом деле, если мы там просмотрим высказывания социально значимых людей там последних 10-20 лет, основная проблема, которую общество обращает внимание, это коррупция. Вот вы говорили про Брежнева, про его положительный вклад. Но ведь считается, что именно при Леониде Ильиче вот коррупция, она, то, что называется, словом, расцвела. Может быть, нам, как стране, не только западной, но и восточной, может быть, в каком-то смысле даже больше восточной, у нас большая часть все-таки за Уралом расположена, надо, вот как мэр Москвы говорил, Попов приговорил, просто узаконить как-то коррупцию, вот, не называть это сдаимством, а как-то это все это оформить официально. Что вы считаете по этому поводу? Хочу сказать, когда вы сказали о российских бедах, все-таки вторая беда от первой идет. Это да. Это ведь так же? Ну, наверное, да. Ну да, потому что все-таки первая беда. И я думаю, что проблемами здравоохранения мы серьезно очень сегодня занимаемся, чтобы искоренить первую беду. Она-то идет от этого всего. Но и будем говорить, да, мы восточная страна, но тем не менее вопросы коррупции в Китае стоят. Да, но там расстреливают просто сотнями. Они стоят не меньше, чем... В том-то и дело, там-то они как-то... Да, чем на Западе, поэтому там идет борьба. Но заметьте, что это всегда в тех странах, где появляются новые механизмы бизнеса. Ну, у нас же это кооперативы были, да, помните, когда первые начинали. Потом дали свободу, разрешили делать акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью. И всегда есть дискуссия, вот что нужно всех проверить. У нас же проблема, сегодня же проверяющих у нас очень много, точно так же и в Китае, и в других странах мы изучали этот опыт. И когда приходят проверяющие, всегда как у Гоголя, да? Вот. И поэтому в этом проблема. И сегодня принимаются очень жесткие решения. Вот вы знаете, что совсем недавно было принято решение президентом о создании вот рабочей группы, которая узкая, которая будет рассматривать не конкретного, скажем так, какого-то фигуранта, а будет браться тема. Ну, например, проблемы на таможне, да, или проблемы в нормативно-правовом регулировании, где, может, что-то так не расписано, где можно толковать по-разному. Мне кажется, что вот в этом плане это правильный путь. Вы знаете, когда знакомился перед нашей встречей с биографией, я обратил внимание на тему тенниса. Вот. Причем небольшого тенниса. Потому что вы же помните, что в период, когда у нас Ельцин был президентом, все сразу вдруг увлеклись этим теннисом. А вот, потом, после 2000 года, очень многие вспомнили, что они дзюдо занимались, и лыжники. А вы вот как-то вот просто вот этой темы своей тенниса, вот, это с детства. С детства. Расскажите. Я очень серьезно увлекался этим видом спорта. И, насколько серьезно? Да, ну, я играл за сборную. Вот так? Конечно. И я был кандидат в мастера спорта. Ну, это еще советское. Был регламент такой. Да. Вот, и потом, когда переехал в Ленинград, я в армии уже... Мне было меньше возможностей заниматься. У меня было увлечение футбол и настольный теннис. Но уже когда стал министром, мне предложил президент Олимпийского комитета, был Тягачев. Он говорит: слушай, ну ты же этот вид спорта когда-то любил. Я говорю: я сейчас люблю, займись. И вот уже около 10 лет я
курирую этот вид спорта. И играю сам два раза в неделю. Угу. А где играете? Играю в спортивном зале. С кем? Это же один с мастером спорта Советского Союза. Мы в паре с ним играем два на два. Один на один сил не хватает на два часа. Но, тем не менее, это, я считаю, наша большая заслуга, что впервые мы три медали взяли на чемпионате Европы. То есть мы начинаем ставить этот вид спорта в уровень с другими видами спорта. Кто-нибудь из родных или друзей увлекается? Кого-нибудь? Я всех увлек. В приказном порядке? Нет, не в том. Просто этот вид спорта очень доступен, и он очень положительно влияет на все органы. Угу. Особенно для глаз полезно настольный теннис. А, потому что да. Да, вот это гимнастика. Да, гимнастика глаза. Угу. А вот мы про друзей говорим, с кем Игорь Евгеньевич дружит? Вот кто у нас друзья? Я дружу со своими, скажем, у меня есть друзья, с которыми я еще с детства дружу. Остались, да? Да, они остались, хоть и не живут на Украине, но тем не менее я перезваниваюсь. Вот недавно мне звонили, и я очень рад, что наши отношения личные не испортились в связи с теми проблемами, которые сегодня существуют. Что те ребята, с которыми я учился в школе, мы на контакте. Плюс уже ребята из военного училища и военной академии, с которыми я закончил, я дружу. Ну, а поддерживаю отношения с широким кругом людей. Но вот эта тема, да, с тем, что нас развели с нашими друзьями, у всех у нас есть там, и в Киеве. Ну да, там, конечно. Друзья, вот существует такой, один из моих собеседников, который возглавляет Левада-центр, Гудков, он говорил, что только 12% населения не поддаются пропаганде. В первую очередь, имею в виду телевидение. Вы на себе, допустим, ощущаете давление пропаганды? Вы читаете газеты, смотрите телевизор? Или у вас есть специально обученные люди, которые вам уже какую-то выжимку дают? Или вы сами что-то мониторите? Я думаю, что в мои годы уже можно самому что-то понимать, так. А то, что ты не понимаешь, точно не из прессы брать. Поэтому я очень переживаю за то, что происходит на Украине, потому что это моя родина, и я не имею возможности сейчас туда поехать, там, посетить могилы, посетить своих друзей, которые, конечно же, напряжены, особенно после того, что случилось в Донбассе. Поэтому есть друзья, которые нас не понимают, которые просто говорят, мы вас не понимаем. Есть те, которые понимают, что произошло. Но, тем не менее, мне кажется, что в большинстве на Украине люди понимают, но боятся. И те силы, которые сегодня появились, я имею в виду неформальные объединения, вот то, что произошло с нашими грузовиками. Ну, это же чистый бандитизм, когда тебя на дороге могут остановить за то, что ты едешь с номерами из России. Но это же, ну, это не поддается никакому пониманию. Люди это все поймут. А вот вы ведь по-прежнему возглавляете, да, совет Аэрофлота? Нет. Уже не возглавляете. Но вот скажите, Аэрофлот, это мы про конкуренцию говорим, про надежки. Вы же, наверное, читаете все, ну, следите за критикой в адрес Аэрофлота. Аэрофлот находится ведь в привилегированном положении у нас, потому что еще с советских времен, когда это была монопольная государственная компания, это, вот этот бренд, с ним невозможно конкурировать, мне кажется. Там есть другая проблема. Другая проблема, что Аэрофлоту достались еще от Советского Союза, скажем, лучшие регулярные частоты по перевозкам. Что это такое? Сегодня, когда компания начинает, скажем, летать, она не может лететь несколько лет за границу.
угу. такое условие. А, то есть да, она должна да, доказать, она должна что она полетать, умеет, да? Да, да, угу. полетать сначала внутри России. Я не знал. Это да. только у нас такой закон или это мировая Нет, практика? Нет, это практически мировая практика. Угу. Второе, для того, чтобы полететь за границу, надо иметь частоту. Все частоты разобраны. Угу. Они Прям как у нас на телевидении. Да, 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 да. И, конечно, допустим, у нас Аэрофлот монопольно владел рядом частот. С появлением авиакомпании «Сибирь», «Трансаэро» эти частоты начали у Аэрофлота отбирать. И я как раз в то время возглавлял совет директоров. И это был мой конфликт с Аэрофлотом, скажем, в дискуссиях. Сначала с Соколовым, потом с Савельевым, с Виталием. И мы говорили, уступите, дайте, допустим, Чехия была только для Аэрофлота. Туда другим нельзя было летать. И вот таких много нюансов, но тем не менее, нам нужна очень сильная государственная компания. Но она сегодня 51%, остальное частник. Поэтому, на мой взгляд, Аэрофлот... ну, как это бренд, это лицо. И второе, Аэрофлоту по наследству Советского Союза остались пролетные деньги, так называемые, за счет которых он имеет сегодня самый молодой флот в Европе. И он конкурирует. Да, Аэрофлотский парк. Да, парк самый молодой в Европе. И, то есть по, и поэтому, вот, скажем, накачка Аэрофлота, она проходила не за счет бюджетных средств, а она как раз проходила за счет вот этих средств, которые ему достались из, по технологии Советского Союза. А вы сами чем летаете? У вас свой джет или... Нет, вы... конечно. И я когда министром был, я летал на регулярных рейсах специально для того, чтобы посмотреть условия перевозок. Ну, я представляю, какой там был переполох, каждый раз, когда летел регулярным рейсом, я могу это представить. Но, тем не менее, я всегда заходил в эконом-класс и беседовал с людьми. Мне было интересно, что они думают о нас. Ну, иногда бывало иногда это было полезно. Иногда неприятно было, да. Иногда неприятно. Вы упомянули Турцию, если уж мы говорим про полеты. Отдыхали в Турции когда-нибудь? Нет, я в Турции не отдыхал. Я был там в командировках, и я очень интересовался строительством от тоннеля под Босфором, там он строит по очень новейшей технологии. Ну, это ваша тема, тоннеля, да, это, был, это да. знаменитая история как, с Сочи, да, с тоннелем, да, который мы как делали. Раз, когда готовили строительство в Сочи, мы ездили, смотрели в Турции, как там строят искусственное сооружение, и на Востоке. То есть мы выбирали строителей, кого приглашать на Олимпийские игры. И хочу сказать, что там строят очень хорошо искусственное сооружение тоннелей и мосты. Турецкие специалисты строят хорошо. Ну а где вы отдыхаете вообще? Вообще у вас есть любимые места? Ну, сейчас Крым. Ну, понятно, Крым наш, да. Да, сейчас Крым. А как же Сочи, который для вас тоже, в общем, мне кажется, должен быть стать родным городом? Я же говорю сейчас. До этого было Сочи, сейчас Крым. В Крыму есть какие-то такие вот места? Ну, Левитинский. Да, нет, таких мест пока нету. Вот, но нравится вот место, где Артек, Гурзуф. Южный берег. Да, Южный Гурзуф. И, конечно, Севастополь. На отдыхе в теннис играете или нет? Да, или отдых я у вас? Беру с собой ракетки, столы пока еще везде есть, поэтому это небольшой теннис, где нужно иметь площадки, а столы есть во всех санаториях, домах отдыха. И хочу сказать, что Крым, и особенно Севастополь, будет развит, это будет одно из лучших мест отдыха. Когда, вы считаете, керченская история завершится? Ну, у нас есть, скажем, ездить. Сроки конец 2018 года, я думаю, скорее всего, это 2019 год. Из-за чего произойдет сдвиг в графике? Нет, пока график, все в графике. Просто долго мы ждали экспертизу, она вышла несколько дней тому назад, и я думаю, что это даст возможность нам теперь уже полноценно перейти к строительству. Строители уже готовы, и решение экспертизы – это начало строительства.
Ну что, я могу вам пожелать, чтобы у вас всегда все было в графике, потому что если в графике все будет у государственных людей, то и у страны тоже все будет в порядке. Спасибо вам большое. Спасибо. Неожиданный был вопрос дать характеристику Сталину, Ленину, Брежневу и Хрущеву. Это было неожиданно, но я хочу сказать, что это такое в интервью для меня это был самый такой стресс, самый большой. Все остальное очень приятно, что за это время я вспомнил и свою родину, и родителей, и семью. Это очень хорошо. Практически все, что, по-моему, он хотел, даже больше спросил. Но я хочу сказать, что очень приятная беседа.